Областное министерство здравоохранения продолжает разбираться в ситуации, которая возникла в первой городской поликлинике после попавшего в социальные сети видео. На нем лаборант-рентгенолог Антонина Косарева ведет себя неоднозначно, из-за чего автор ролика делает вывод, что она пьяна. Однако, как сообщили нам сегодня в полиции, признаков алкогольного опьянения у медработника зафиксировано не было. Напомню, накануне на сотрудницу городской больницы буквально свалилась сомнительная слава. Благодаря одному из пациентов, который, решив, что на рабочем месте женщина находится в пьяном состоянии, снял ее на телефон и выложил в интернет. Новости моментально растиражировали СМИ, не только местные, но и федеральные. Рентгенолог, не выдержав прессинга, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Вот как в региональном ОМВД прокомментировали поведение медицинского работника в день инцидента. Прибывшими по вызову сотрудниками полиции участники конфликта были опрошены. Установлено, что в действиях медицинского работника признаки административного правонарушения отсутствовали. Кроме того, внешних признаков алкогольного опьянения у врача также замечено не было.